Мы потом увидим, где он сейчас находится. Сейчас вход для маленьких судов. А раньше здесь промышленный вход стоял. Никогда-то дорога. Да. А она идет на Монжуик, это старая канатная дорога. Она в 30-е годы была построена. Вывод на ней, может, тоже покататься. Да, но она вот проблема одна единственная. Она очень часто ломается. Поэтому я ее не очень так. Ну, вот так вот она очень старая. Да, ну, связь очень часто. У меня даже недавно был случай. Я ее не люблю. Вообще я ее не люблю. Я не люблю кататься на ней, кататься не люблю. Туристы меня затянули, мы стояли около лифта. И нам уже подниматься, и тут выходит дядя и говорит, что сломалось. Ну, слава богу. Статуя Колумба. Она в Монсеррате. Это здание таможни, которое было построено в 1904 году. Ну вот мы с вами еще эту часть посмотрим, будем на смотровой площадке.